Это был очень хороший визит. За несколько дней мы посетили много разных мест. Это было захватывающе и интересно. Я наслаждался всем, что я видел. Эмиль Хелц – 17-летний юноша из Дании в Солигорске впервые. Он с нетерпением ждал приезда в Беларусь. Говорит, все ожидания оправдались. Белорусский народ очень гостеприимен, а город радует неповторимой красотой, чистотой и совсем не похож на Хольбек. За неделю пребывания здесь школьники из Дании посетили многие достопримечательности района, а также с радостью встретили своих белорусских друзей, которые гостили у них осенью. Несмотря на большой стаж международного проекта, каждый раз творческий взаимообмен дарит новые эмоции участникам, позволяет укрепить знание английского, а также знакомить с культурой другой страны. Это коллаборация между двумя школами, и ученики могут встретиться с другими учениками. Это наиболее важная вещь. Они могут быть друг с другом и видеть, какая здесь жизнь. Ежегодно это 30-40 человек с каждой страны. Мы сотрудничаем уже 14 лет. Это долгое время. Проект на самом деле уникальный, потому что существует уже не только 14 лет, это с этой школы 14 лет. Проект существует с 1994 года. И за это время, на самом деле, огромное количество детей побывало в Дании, посетило Беларусь. И в чем уникальность? В том, что благодаря этому проекту мы не только знакомимся ближе с культурой и традициями другой абсолютно страны, но мы налаживаем мосты, налаживаем взаимоотношения. Таким образом, благодаря проекту в Дании все больше и больше людей узнают о Беларуси. И мы уже не такая незнакомая или пугающая страна, как когда-то были. Школьники из двух городов-побратимов, Солигорска и Хольбека, стали одной семьей. В знак дружбы они совместно высадили аллею вечно зеленых туй. Посвятили ее в честь юбилея Солигорской и акции «60 добрых дел для любимого города». Школьники из Дании надеются приехать сюда вновь на 70-летие города и насладиться видом уже выросших деревьев, символом их вечной дружбы. Каждый участник проекта очень важен в нем. И когда мы едем в Данию осенью, мы действительно получаем удивительную возможность просто прожить, ощутить это все, действительно не просто посетить как туриста, а прожить реальной жизнью тех датских людей, которую страну мы посещаем. И когда весной к нам приезжают эти дети, мы становимся действительно настоящими друзьями. Конечно, очень грустно, когда они уезжают, мы ощущаем то, что это как частичка нас внутри, она будет где-то далеко, в Хольбеке, датском городе. Вот, и поэтому вот эта аллея, которую мы делаем сегодня, это будет такое маленькое напоминание нам о них, как частичка нашего проекта, частичка нашей дружбы просто здесь, рядом с нами, сделана нашими руками, нашей очень большой дружной семьей.